Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, и мы продолжаем проходить Need for Speed 5 Porsche Unleashed. В прошлой серии мы с вами поездили в классе 1, одолели его, заработали первую нашу кучу баблища и радостно закончили серию. Вот. Ну, в этой серии продолжим, давайте, в общем, как обычно уже, проедемся разочек в Factory Driver. Вот. Будем потихонечку ее проходить. Не знаю, получится или нет у нас. Не суть, потому что, как выяснилось, она ничего не дает. Ну так. Просто для ознакомления, скажем так. Вот. И, а дальше добьем уже турниры. Спасибо, что помог мне что-то Ханса побить. Я знала, что тачка может. А, они тут что-то еще там спорят, что машина сможет выйти из стольки-то секунд или нет. Я такой раз вышел, и она такая, да, вот, короче, она нам помогает. Клаус и я, да-да-да, что-то только что. Не пойму я, что она базарит. Короче, надо из 57 секунд выйти. Вот. Опять, наверное, с кем-то забилась. А, страдать нам. О, она сказала, арендовала, наверное, трек. Говорит, и, короче, надо тебе показать. Да куда, куда, чё вообще, куда ехать-то? Ё-моё. Как узко здесь. Так, оп. Так. Дальше чё? Сюды. Воу, сюды. Надеюсь, в обратку не надо будет ехать. Чё, куда? Куда я еду вообще? Чё происходит-то? Давай! Чё, не смог. Минута две. Вот так вот, да? Ну окей, ладно. Try again. Хотя вроде валил неплохо. Да, вот здесь забыл, да, что сюда, блин. Тачку же можно разбивать, да чё я здесь... Воу. Раскачало, ох, раскачало. Раскачаем этот мир. Блин, телефон звонит, как не вовремя. Ну вот, что такое, а? Чё, не знаю, что ли, что я... На тестовом треке! Воу! Да как ты? Что? 57.09. Не, ну вы гляньте, а. Ах, так. Ладно, сейчас я вернулся. Так. 57.09. Ну тут ж надо, тут надо валить уже. Это, видать, сложность поменялась. Так, главное не забыть, что там сейчас поворот налево. Да? Прям надо выкладываться, слушайте. Если за нее ничего не дают, какого хрена такие задания сложные, а? Могли бы что-нибудь там, машинку какую-нибудь дать? Я вообще прям не знаю. Ничего тут в этом плохого бы не было. Это уж точно. Только бы поблагодарили. Так. Вот здесь надо аккуратно при... А, нет, ну че ты какой, две фишки сбил, три, фу ты, блин. А, я все равно даже не уложился, да, мое время 57.12, даже хуже еще проехал, еще и два конуса, вообще 59. Нифига себе, вы прикиньте, а, как так? Блин.
Обидно, обидно, конечно, обидно. Не сбил вроде конус. Так. Нет! Да, ну сейчас вообще без шансов, блин. Это целая секунда. Это надо прям валить. Наваливать. Сколько там? 56. Ну, блин, уложился. Ну, этот чертов конус, да? Вот так вот. Ладно, сейчас пробуем. Сейчас уже во времени уложился. Главное, конусы не сбить. Плохо. Плохо. Очень... О, я вообще сквозь них проезжаю. Сквозь эти всякие препятствия. А я что-то и не думал, что так оно будет. Я от них уворачивался, знаете, как... Как такой весь правильный гонщик. Препятствий уворачивался. Так, вот здесь прям надо... Миллиметровать! Да... Congratulations. Чё, сдал, что ли? Ого, 55-6. А, я один конус сбил, я думал два. Так бы опять не уложился. Фух. Ну да, уже попотеть пришлось. Слава богу, сдали. Ладно, все. По одному тесту будем в каждой серии проходить. И то, если повезет. Чё-то они прямо сложные становятся. Я помню, там вообще трассы потом будут. Ну, правда, это на компе было. Прям надо будет трассы проехать, типа, мол, вот, я там новую машину, туда-сюда, давай ее протестим. Сможешь ты разогнаться. На каких-то автострадах там надо будет ездить, даже, по-моему, с трафиком там. Ну, опять же, я говорю, по крайней мере, это на компе. Да я только что засейвился, чего они мне пихают это прям в нос? Так, эволюция. Грузимся. 18%. Так, ну мы почти прошли уже... Хотя нет, мы в принципе прошли уже классическую эру. Но будем добивать до конца. И нам там осталось две трассы. Сейчас мы сразу купим спайдер, наверное. Пойдем. Porsche Center. Так, а он, наверное, только в Newcar. Или в Use тоже есть. А, давайте по бэушечкам пойдем. Будем экономить. Так, Select Car. Так, 900. Ага. Фиг там чё. А, вот она. 550. Панамерикана. Слушайте, а давай-ка это... БУшка, да, 54-й год. А если в New зайти? Вот какие у него показатели? А тут показателей-то и нету. Так вот. Есть, rotate. Ладно. Так, только что он 54-го года, да? Давайте в новый зайдем, а то вдруг мы будем сливать. Там будут на новых тачках ездить. New Cars. Зачем себе гандикап делать? Самим себе. Так, где 550-й? Нет, тоже 54-й, выглядит так же. Ну, показатели, конечно, у него выше, но там-то его надо чинить. Того, по-моему, 4 гонки аж в активе. Ой, он стоит 75 здесь тысяч, конечно. Нифига себе. Так, а у нас хватит на починку-то того? Ладно, мы его купим. Он дешевле стоит. Сейчас посмотрим. Это интересный вопрос, кстати. А, он 51 стоит. Я думал 36.
51 7 тысяч. Мы его и починить-то, наверное, не починим. Ладно. Кондишн. Насколько его чинить? 3, да? Ох, блин. Хватит, ладно. Самое главное, хватит. Берем. Покупаю. Заверните. Хорошо. Так. Так, так, так. И нам надо... Нет, нам надо не в Circuit Tracing. Сюда, да? 60 тысяч. В принципе, если мы даже выиграем, мы отобьем только свои деньги. У нас было 58 там с копеечкой. Мы заработаем 60, но потратим на починку по-любому. Так что даже, может, еще и в минусе окажемся. Притом это надо выиграть. Ладно, поехали. Хорошо, что тут одна трасса всего, по-моему. Так. Рейс, да? Нажимаем. Да, здесь у нас репейр. Чик. Чик-чик-чик. Чиним. Нищеброды. Ё-моё, столько денег было. Так, сетап, рейс, квалифай. Блин, квалификацию проехаться. Да ну нафиг, поехали так. Какой-то гоночный трек будет. Все равно вот разница какая-то есть. 550 и 550А. У меня вот просто 550. Это плохо. О, здесь пятеро. Интересно. Здесь больше машин, да, участвует? Тихо. Так, 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 так. Они действительно отличаются, смотрите, задними стопорями, по крайней мере. Так, куда поворачивать-то? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Чудо, какая-то трасса, нифига не гоночная. Где-то с какими-то тюками сена. Или это они, типа, создают атмосферу 50-х, тогда никаких отбойников-то не было. Вот забор деревянный, да, стога сена. Ограждали трассу от зоны вылета. Смотрите, как он валит, да? Наваливает. Ой, будет плохо, если это открывается. Что-то не валит нифига этот 550-й. Да переключись ты, господи, шо ж ты на пятый-то катишь, а? Ой, он тугой, вот тупорылый. Как вообще, чё, блин, вылезло, какие-то штуки повылазили. Так, вот, что-то у меня снизилась скорость. Так, 3 круга, блин, нифига, 5 секунд. Да, это гоночный какой-то трек, просто он такой прям олдскульный, старый. Интересно, реальный или нет? Вообще не думаю, что здесь какие-то реальные треки есть. За них надо башлять, за их лицензию. В те времена, по-моему, Need for Speed не таков был, чтобы башлять за реальные треки. Да и времена тогда еще не те были. Один. Бегом, 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 говорит. Капец, ты чё трек-рекорд я побил? Я отстаю от него, как я не знаю кто. Трек-рекорд? В чём тут трек-рекорд? Он, значит, быстрее меня едет. Значит, рекорд трассы у него. У меня. Охренеть, 7 секунд. И чё вот, вот как здесь ехать? Ну вот на каких-то определенных участках чутка догоняю, но это вообще никак не отображает, не отражается на общей. В общем, вообще он 10 секунд уже почти.
Ё-моё, ну вот... Вообще жесть. Так, ну за второе место там тоже, в принципе, дадут бабла, да? Там дадут что-то около 30 тысяч, по-моему. Ну за ним реально не угнаться, даже если идеально ехать. По-моему, за 3 круга 10 секунд. А, даже 40 тысяч. Пойдет, ладно. Че, неужели придется новую эту машину покупать? Че за... Ладно, давайте еще раз попробуем. В принципе, вторым особой сложности приехать нету. И у нас будет уже 80 тысяч. Если что, можно будет даже купить и эту заводскую, или как она там... В магазине, короче, новую. Так, поехали. Чутка покосал только. И то уже на 1000. Так. Рейс. Вот если бы они еще не сделали в этой части вот эти полосочки аркадные, показатели машин, а были бы там нормальные цифры, да, вес, мощность, крутящий момент, можно было бы тогда конкретно сравнивать бы. Ага, вот эта машина там столько-то, а вот у этой столько-то. А тут на эти полосочки смотришь, блин, ну и чё? Чё ж непонятно? Так, вдвоём, да? Кто из них вперед отрывается? Попробую сейчас сделать. А, ну ясно, этот его пока сдерживает. Да отойди ж ты. Только не обходи, ладно? Дайте я вас обоих уделаю. А дальше... Делайте, что хотите. Паровозиком едут, гляньте. Ну это наш шанс, кстати говоря. Пока этот крендель... Ну, тупит, конечно. Хорошо, если он его пару кругов за собой продержит. Да, еще не тупить бы, блин, самому. Не рядом, блин, не рядом. Давай, давай, чувак, держи, держи его, держи там. Так, ага, они проехали. Ого, они оба здесь. Это да? Чё, сейчас две машины это мощнее меня, что ли? Чё, в прошлый раз все отстали, кроме меня. Так. А, да, кстати, ребята, я не помню, говорил я вам или нет. Я же, помните, мы на стриме прошли с вами игруху «Дожить до рассвета». Я там платину взял. Вот буквально на днях упоролся, сидел. Как бы не на днях, это я уже где-то не 10 назад взял. Там платину. Забывал все сказать, так что... У меня теперь две платины. А, три! Три платины. Resident Evil 5, Gran Turismo 6 и... Until Dawn. Он уже даже до рассвета. Немного, конечно. Но тоже... Радует. Накатывают вообще, гляньте-ка. Не-н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 е. Давайте, кружочек остался. Так это еще... Второй он едет. Тот, который быстрый. Все-таки мне кажется. И если он, не дай бог, сейчас выпрыгнет из-за него... перепрыгнет его, то будет очень сладко. Чувак такой сожмурился весь. Такой, конечно, поток воздуха на скорости под 200. Где-то 160, да. Прическу бы порастрепало, конечно. О, есть! Подотстали чувачки. Чуть-чуть осталось, чуть-чуть. Ха, да.
Отлично, отлично. Супер просто. Супер-пупер. Вот так вот. Командная тактика. Это, наверное, был мой этот напарничек по команде. Вот так вот, ребята, действуют. Командная тактика. Так, отлично. Обалдеть, сейчас что, сотка будет у нас? Ха-ха. Так, ну сотка это уже можно, я думаю, суваться. 103. 103 тысячи. С соткой можно уже суваться в золотую эру. Сейчас осталось купить 914 Porsche. Так. И все. И на этом закончится наша классическая эра. 100% пройдем. Так, где 914? Так, вот 1.7, да, тоже по-любому же разные есть. 914. Так, они отличаются только пробегом, да? А дальше, дальше Панамерикана. Дальше 911. Каррера. А, и все. Че, один всего 914? Серьезно? Так, ну окей. Ладно. Ладно, покупаем тогда. Подождите-ка, 1.7. А давайте-ка зайдем в магазин новых тачек. Там, наверное, какой-нибудь 2.4 стоит. По-любому же есть различия. Так. О, сколько ты. Так, вот. 914, 1.7. Ага. А, да, вот был 550А. Так причем он стоит-то наоборот дешевле. Смотрите-ка, он 50 тысяч стоит. Это новый. А этот 900, 550, 75 тысяч. Значит, я делаю вывод, она круче должна быть, а мы сливали. Так, а по показателям? Тут 3, тут 3,5, 2, 3. 3,5, 2, 3. Нифига, так этот круче по показателям. По всем. А он дешевле. Да, короче, пролетели мы чутка. Машина, видите, дешевле, но быстрее. Такое тоже бывает, оказывается. Ладно, покупаем 914, в них, по-моему, различий нет, поэтому берем подержанный и катим. Отсюда на всех парах. Так, used. Так, 4 гонки у него пройдено, у этого 6. Ну, покупаем тот, который 4 гонки. Weekend race. Так, я вот здесь только не помню, сколько трасс. По-моему, тоже одна должна быть. Так, car prepare. Тин-тин-тин-тин. Ой, это я понимаю. Всего 500 рублей. Так, ну шо, погнали. А, походу одна, да, всего трасса. Франция. Даск волей. Пыльная долина. А, ну здесь, да, и у всех, вот видите, одинаковые машины. 914 без всяких буквок, без приписок, в общем. Значит, все в равных условиях. Едем, ребятки. Тогда мы в равных условиях. Хотя тоже, смотрите, у кого-то верх закрытый, у кого-то открытый. А, собственно, у меня только и открытый верх. Пижоним с венца. Тихо! Да вы че такие наглые, а? Приняли. Слышь?
тьма внешне. Кстати, первый раз, по-моему, по этой трассе. Три круга целых, ну ладно. Зато не будет. А, или ездили мы тут просто. А, опять же. Или не ездили, фиг его знает. Вроде не ездили. Такой пейзажик поинтереснее. Зеленый. А, не, а вот это вот что-то было. Здесь, по-моему, на этой трассе был такой поворот с этим. С... как он называется? С фонтаном. Да, я уехал. Так, ого, там нифига. Стелла стоит. Как в дирте. Хрен срежешь. Так, это все первый круг. А машина, конечно, черепаха еще. Вот, куда сюда? Вот сюда. О, точно эта трасса, блин. Вот этот, блин, поворот. Две минуты. Только первый круг. Ачик! Приложились. Хорошо. Ого! Ты как тут оказался, слышь, чернявый? Ты что, с ума сошел? Как так? И он быстрее явно. Или нет? Давай ошибись там, что ли. Правда, тут машины такие медленные. У них тут и ошибаться-то негде практически. А, блин, опять мимо не проехал. Что, на разгон он как-то быстрее догоняет. Или тут слипстрим все-таки есть? Но я сильно сомневаюсь, если честно. Что тут есть? Смотрите, как мы вдвоем ото всех оторвались. Он, видать, тоже за кем-то там ехал, его сдерживали. На самом деле он гораздо быстрее всех остальных. Какой, блин, живчик. Подостал, ладно. А, сейчас же, блин, будет опять этот поворот. Так, внимательно. Этот с фонтаном, вот он. Вот здесь он меня, наверное, догнал, когда я тоже там замешкался. Странный здесь комментатор. Впечатление, что за что-то дергают. Разум какие-то. Гавкающие звуки такие. Комментатора намыло. Отстает, он едет вот так, в пределах видимости. Нервирует меня, нервирует. Thank you.
Помню, помню. Маша. Фонтанник хороший. Да, после 911-го, конечно, уже не катит. Даже 550-й после 911-го уже не то. А уж вот эта шушлайка 914-й совсем ни о чем. Прям на расслабончике так. Так, ну что? Все, ребятки, все. Классическая эра позади. Все абсолютно чемпионаты, все гонки мы проехали. Во всех выиграли. Да, в итоге, конечно, тут мизер дают. Было 103 096, ладно. Все равно почти сотня у нас есть в кармане. Так, а как нам эру поменять? Давайте сохранимся. Save game. Ага. 20%, надеюсь, есть. Сколько процентов есть? 26, ух ты. Пойдет. 26. Ну, короче, четвертую часть прошли. Видимо, она короткая просто. А, вот, next era, да? Ну что же, переходим в следующую эру. Или уже до следующей серии подождем. Не, давайте перейдем. Посмотрим, как там меню, какая музычка играет. Но на этом серию и закончим. Давайте. Congratulations, you have collected all the golden trophies and completed this era. Do you wish to advance to the next era now? Короче, поздравляю, что везде золотые кубки собрали. И говорят, не хотите ли вы в следующую эру переметнуться? Хотим. Надеюсь, бабок не надо башлять. Ух ты. Такая заставочка. Прикольненько. О, welcome to the golden era. Ну тут уже пободрее. А, нифига, нам еще и бабок отвалили. За то, что мы закончили эру. Было же 96, да? Вон, стало 115 с копейками. Прикольно. Так, ну по сути здесь то же самое, я смотрю, все, да? То есть вот weekend, какие тут у нас будут. Опять 356. Ладно. 914, 924. А, ну понятно, здесь уже гораздо больше, да? 944, 928, 959. Ого. Ну понятно тогда. Я думаю, 3 эры, одну прошли 26%. Здесь просто эры будут длиннее. Так, ага. А Circuit, что у нас? Рейсинг. Опять 550-й, но уже кубок, уже, наверное, не одна трасса. 917-й. Понятно. И турниры. А, ну в турнирах все понятно тут. Класс 3, класс 2 и класс 1. Трасс стало больше. По 4 сейчас будет трасса. В каждом, наверное, кругов не 2, а 3. Окей, ну поболя, да. Если не брать турнира, а вот именно побочки, так скажем, то, конечно, гораздо больше стало всего. Ладно, давайте тут тогда еще сохранимся. Все, мы уже перешли в новую эру. Да. Окей. Так, не добавили нам процентиков? Нет, не добавили. Так. Можно позырить, что за... Как они выглядят вообще, поршики-то. Тут 24-й. Конечно, бабла оставим нехило. И цены... А, ну это 23 еще, ладно. И потом следующий сразу же 40. Да. 924 турбо, ух ты. Где 911-й-то уже такой, который по матери?
Carrera GT 924. Что они с виду почти одинаковые все какие-то. Кабриолет. 928. Ну вот жопа что-то у них у всех прям одинаковая. С таким багажником. Почти у всех. О, уже 90-й год, вы гляньте-ка. То есть мы тут уже к 90-м приблизились. Во, 911 турбо. Во, вот это я понимаю, серьезный агрегат. Еще себе. Трешечный. Турбовый, да? Хо-хо-хо. Конечно, класс один. Цена, кстати, 65 тысяч всего. Даже дешевле, чем 550. Вот 3,3 литра турбо. 920. 90 тысяч, ничего себе. Че, вот это дороже? Чем 911. 156 тысяч, ого. 928 GTS. 92 года, нам уже совсем такой. Покатый. 959. 917-й Кей. Ох ты, так это лимановский, ё-моё. Это уже вообще спорт-прототип. Ничего себе, 200 тысяч. Все, и он здесь последний. Круто, круто. Да, чувствую, здесь мы уже, конечно, гораздо на дольше засядем. Вот. Ну что же, ладно. То будет в следующей серии. А сейчас давайте мы с вами распрощаемся. Вот, сейчас я опять-таки произнесу свою рекламную речь. В субботу, значит, 18 марта, 16:00 по Москве, на моем канале состоится стрим, в ходе которого будет конкурс проведен. Вот. Чтобы участвовать в этом конкурсе, вам нужно подписаться на канал обязательно. Это обязательное условие. Подписка на канал, подписка на группу ВКонтакте и репост новости об этом конкурсе, который висит уже в группе. Вот. Только эти люди смогут участвовать в конкурсе. Так что спешите, подписывайтесь, репостите. Опять же таки напоминаю, репост — это значит поделиться, нажать кнопочку рупортом такой, а не лайкнуть. Лайк не считается, считается только кнопочка поделиться. Так что вперед из песни. Вот, ну а я с вами на этом прощаюсь. С вами был, как всегда, Скудер, канал Ни Слова об Играх. Подписывайтесь на все вышесказанное. И обязательно делитесь видосиками. Если вам нравится, делитесь этим, вы поможете развитию канала. Ну а с вами мы увидимся в следующей серии. Всем пока-пока.